Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в столицу республики Кабо-Верде, порт Прая, и вышел в Атлантический океан. Российские военные моряки продолжат дальний поход. Деловой заход в Кабо-Верде продолжался с 18 по 21 апреля. За два дня на борту ВПК «Североморск» побывали представители российского дипломатического корпуса и военно-политического руководства республики Кабо-Верде. Были проведены экскурсии по палубе для жителей и гостей города Прая. В свою очередь военные моряки ознакомились с достопримечательностями островного государства, посетили исторические места столицы республики и старый город, расположенный в 20 километрах от современного. Также североморцы осмотрели заповедник. Этот заход Североморска стал 8-м посещением африканского государства в течение дальнего похода. Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение 3 месяцев экипаж ВПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.